Коллектив Самарского медицинского университета может получить существенную поддержку для научной работы в сфере информационных технологий. Сегодня их инновационные разработки оценили специалисты Фонда перспективных исследований. Они посетили лаборатории СМГМУ, которые занимаются реализацией уникальных проектов, таких как виртуальный хирург, электронный атлас анатомии человека, автоматизированное планирование операций и многие другие достижения самарских ученых. Организовал мероприятие Департамент информационных технологий и связи правительства Самарской области. Вчера и сегодня мы достаточно много побывали в различных медицинских учреждениях, собственно, университета, и увидели, что есть научные коллективы, которые способны выполнять задачи по прорыву, по технологическому прорыву. Здесь есть хороший научный потенциал. Они уже показали на реальных работах начального уровня. Здесь есть кадровый потенциал, есть люди, которые этим занимаются. Ну и, наконец, те, кто здесь работают, понимают, как привлекать средства для этого дела.